русском языке можно слушать 2 раза в день. С 18 до 19 часов по UTC на частоте 11 885 кГц в диапазоне 25 метров. И с 19 до 20 часов по UTC на частоте 9690 кГц в диапазоне 31 метра. Повторяю время и частоты наших передач. Слушайте нас на русском языке из Индийского океана 2 раза в день. С 18 до 19 часов по UTC на частоте 11 885 кГц в диапазоне 25 метров. И с 19 до 20 часов по UTC на частоте 9690 кГц в диапазоне 31 метра. Если вы хотите получить расписание наших передач, включающие время и частоты трансляции на китайском, английском, арабском, испанском и португальском языках, то пишите нам по любому из следующих 2 адресов. Станция КНЛС, Anchor Point, Аляска, 99556 США или Россия, 191028, Санкт-Петербург, абонентский ящик номер 47. Время и частоты трансляции, а также другую информацию о нашей станции вы можете также почерпнуть из нашей интернет-страницы по адресу www.knls.net. You know where I'm leaving out. Oh,